Друзья, наше время принято, конечно, архивировать фотографии в каком-то электронном виде, но сегодня я хочу вам предложить вот такой вот архив, фотоархив, в котором можно хранить фотографии, скажем так, в привычном таком олдскульном виде, в бумажном. Вот, в общем, выглядит это вот таким вот образом, вот такой вот бокс на подставке, он вращается. Вот есть вот такие вот в виде сердечек титульные фотографии, скажем, которые будут украшать этот бокс. Вот легко их туда вставить, они находятся за стеклом. Вот и, в общем-то, сам архив прячется вот в таких вот мини-альбомах. Здесь их 4, всего фотографий 96, форматом 10 на 15. Ну, очень легко их сюда вставить. Вот, ну и, соответственно, и просматривать тоже. Когда вот заполните этот архив, можете его брать. Ну, в общем-то, как такая вот альтернатива фотоальбому, всем привычная, которая есть в каждом доме, там, от бабушек, от дедушек, вот, которые фотографии хранили в альбомах. Ну, вот есть такой вот вариант, скажем, хранения бумажных фотографий. Можно просто присесть, взять его в руки с кем-нибудь и углубиться в просмотр, скажем так, памятных моментов вашей жизни. Спасибо.